Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Cam Wasman. Сегодня у нас 17 марта. Сегодня, как ни странно, но день начинается снова с тренировки. Да, вчера, как только закончили влог, я с Никитой списался, он сказал, что в среду у него реально не получается, и хорошо было бы не пропустить просто тренировку, а перенести ее немножко назад. Тем более мы на каждой тренировке занимаемся разными группами мышц, поэтому как бы ничего страшного, ноги вчера прокачали, кстати, сегодня еле встал, сегодня у меня начала болеть даже низ поясницы, ну, мышцы начали давать о себе знать, это тоже клево, вот. И сегодня будем прокачивать грудь и бицепсы. Все, друзья, сегодня позанимался вообще прям от души, грудь, бицепс, аж камеру не могу держать, если честно. Никита с Катей еще там остались. Вот они ждут кого-то, а я погнал домой кушать, снимать ничего не стал. Подумал еще 10 раз и решил, что как бы нет смысла сейчас. Никитос мне попозже пропишет программу всю, как мы с ним занимаемся и как мы дальше будем заниматься. И тогда я, наверное, уже что-то вам расскажу, чтобы какая-то была полезная информация, потому что просто так говорить, что я сейчас делаю и всякое такое, я думаю, что сейчас на данный момент бессмысленно. Единственное, что я бы хотел промотивировать вас, но промотивирую, не бросив зал, а буду продолжать, насколько смогу. Вот. Ну, а смотивирует вас это или нет, это уже как бы зависит, наверное, в большей степени от вас, потому что у кого-то большое желание, а у кого-то есть желание, но еще есть желание не заниматься, вот. У меня все, с каждым днем все больше и больше желания заниматься собой. И я буду этим заниматься. Короче, 4 часа 10 минут, я поехал домой. Сейчас будет обед, как бы полдник уже, но я буду обедать. По телеку Paramount Comedy в центре внимания. Сериал называется «Мы собираемся пить какао». Какао? А? Маршмеллоу. Да, ну они такие уже тверденькие. Ну нормально, сейчас какао только попадут и сразу будет круто. Сейчас покажу Алискину порцию, как она все красиво тут сделала. Под мандариновым деревом. И, кстати, вот угадайте, что вот это вот. Что это? Это нереально вкусно. Это нереально. Нереально, Unreal. Просто ставь сюда, давай. Я сегодня их делал. Расскажи, Лиз, что это? Это овсяные хлопья с миндалем, с клюквой, с финиками чуть-чуть. С апельсиновым соком, свежевыжатым и с медом. И все тупо запеченное. И все. Печенька. Нет, батончик. Называется батончик мусс. Все, короче, мы будем употреблять какао и кушать батончики. Местные. Очень вкусно, аппетитно выглядит, конечно, все это дело. Приятного аппетита. И мы думаем, чем бы сегодня заняться вообще. Что бы сегодня сделать. Но есть еще работа. Посмотрим. Посмотрим, пока Малкольм в центре внимания. Друзья, мы немножко отдохнули. У меня какое-то прям такое, не знаю, сон какой-то на меня напал. Мы как покушали, чай попили. Точнее, не чай, а какао. А Миша меня потом заразил. Немножко полежали. Ну, я взбодрился, думаю, все, надо. Мне надо сидеть работать. Алиска еще полежала немножко. И сейчас Алиска будет делать тренировку. Кстати, в Твиттере кто-то спрашивал, по какой программе ты занимаешься? Т-25. Гуглите. На трекере все написано. Да. Все есть. Т-25 это от создателя Insanity. Да. Шон Ти. Чувака Шон Ти зовут. И он супер-мега-крутой. Афроамериканский такой чувачок, который знает свое дело. Вот. Такие вот дела. Так что запросто можете найти в интернете. Вот, ладно, короче, я работаю, Алиска занимается, а дальше... Сейчас начну. А дальше вот что, смотрите. А вот и тренировка у Алиски закончилась. Видно, сухая мокрая. 122 сейчас уже в конце померили пульс. Да. Ну, наверное, во время тренировки был все 140. Вчера сложнее было 140. Татуировка. Тренировка. Вчера был пульс 159. Мы говорили.
Как-то так. Я, короче, смотрю Пучкова, одновременно монтирую. Шон Ти растягивается. Иди, все. Я уже потянулась, пожалуйста. Иди мойся, а потом мы расскажем вам, знаете о чем? Мы расскажем вам о... Чуваки, мы находимся сейчас в комнате, где у нас находится съемочная площадка детского контента. Что такое детский контент? Это, по сути дела, ролики для детей, развивающие ролики, где родители находят для своего ребенка как бы тематику, например, там, изучаем цифры. Цифры, цвета, формы. Фрукты, овощи, да, и все всякое такое, в общем. То есть, где ребенок смотрит, ему нравится, веселится, и в то же время он получает информацию какую-то. То есть, ну, это совсем для, как бы, совсем маленьких. Вот. Это и есть детский контент. Многие нас просят, дайте ссылку, что там мы снимаете. Мы не то, что как бы скрываем, мы вообще не скрываем, просто канал пустой, а то, что мы снимаем, мы отдаем вообще то есть в организацию. Да, не на наш канал. Не на наши каналы, а там раскидывается по разным, по другим каналам. Но сейчас мы более-менее собрали все в кучу, создали канал, ссылка на экране, можете перейти, и очень было бы, конечно, здорово, вы бы нам очень сильно помогли, если бы, во-первых, если у вас есть ребенок, вы можете сами посмотреть там, что как, и если понравится, показать ребенку. Потому что мне несколько человек писали, что типа у меня есть ребенок, я бы показал. Вот. Но типа вы не даете ссылку. Для вас, ребят. Ссылку не давали, опять же, я уже сказал по какой причине, потому что ее не было. Вот. Так что можете проходить по ссылке, можете подписаться. И канал не монетизируется этот еще, потому что он еще совсем слабенький, там просто лежат видосики, там 9 штук, по-моему. Да, это мы делаем на будущее, то есть через какое-то время мы надеемся. Да, когда поднимутся подписчики, там подам заявку на прямую партнерку. Так что ссылка есть, идите, переходите, подписывайтесь, смотрите, будем рады, репостите себе куда-то там, если у вас есть какие-то группы там детские, то обращайтесь, можем как-нибудь там что-то придумать, в общем, ну как-то посотрудничать. То есть мы вам ролики там и рекламу какую-то, что ли, ну что-то такое. Вот так вот. Короче, друзья, все уже, работа позади, все позади, сегодня такой денек хороший, продуктивный, позанимались, что я, что Алиска. Вот, завтра у нас... Завтра без тренажерного зала уже точно. Послезавтра я еще не знаю. Подумаем. Вот, кстати. Я хотела показать. Да. Книжку эту «Алиса в подземелье». Помните, да? Я думаю, помните. Которую прислали из Москвы. Да, Матвей прислал. Матвей, неужели привет. Неужели я себя взяла в руки и начала читать? Вообще, на самом деле, очень сложно. Это такой говор у них. Книжка-то была написана в каком... Я сейчас не буду говорить, потому что короче, я давно. Могу соврать, да. Это... Очень давно. А, вот, 1886. Это так вообще нормальненько так. Говор был тогда немного другой, и я не то, что слова не знаю, не могу перевести, я не могу целыми фразы перевести. То есть для меня это сложно. Возможно, конечно, это нормально, я как бы особо английский-то и не знаю, но вот, например, даже сейчас возьму. Вот, посмотрите. Вот как бы вы это перевели? Ren close by her. Как бы вы перевели? 2 минуты на размышление. Шучу, никаких минут вам не даем. Ответ. Ответ. Пробежал рядом с ней. Close. Close, закрывать вообще, как бы, да? То есть, реально, ну, то есть, раньше говорили как-то так, то есть, были именно словосочетания, именно целые какие-то предложения и обороты. Ну, возможно, наверное, не знаю, может быть, сейчас тоже есть, конечно, но не думаю, что настолько сложно. Хотя, ничего не могу сказать. В общем, я 2 абзаца читала целый час. Я не то, что, конечно, их читала, я, в смысле, выписывала все слова, переводила. Искала, переводила, да, так, типа, заучивала. Ну, я так понимаю, эти 100 страниц мне долго будут даваться. Потому что здесь всего лишь 100 страниц, она тоненькая книжечка. Да. Но, знаете, на самом деле я прочитала всего 2 абзаца и поняла, что, блин, я хочу дальше читать. Это круто, это круто. По поводу старенькой книжечки, когда я еще только устроился на 12-й канал. Толкин. Это, да, Толкин, Хоббит. А, я почитал совсем немножко здесь.
тоже. Вот я теперь понял, что нет, здесь не так сложно. Я просто взяла, да, сейчас эту книжку, первую страницу прочитала. Ну, неизвестные просто слова. Именно слова, не выражения. И вроде как ты читаешь, и ты понимаешь, о чем. Хоть ты несколько слов ты не знаешь, но ты знаешь уже, о чем идет речь. Здесь не так. Здесь абсолютно. Просто прикол в том, что я повторюсь насчет этой книги. Эта книга именно изначальное издательство. Оригинальное. Короче, а я «Хоббита» все-таки буду пытаться начинать читать. Пока у меня он здесь лежит как подставка вообще. Он под столом просто. Стол немножко шатается. Ну, здесь две поверхности стола. Одна шатается и, в общем, там подложено. Что он сломан уже лет, наверное, 5. Да. Короче, сейчас будем смотреть «Карточный домик». Ужасная серия прошлого года. Ужасно закончилась просто. Кевин Спейси прям вот как будто... Ну, я понимаю, что это как бы роли, все дела, но прям... что ты делаешь? Зачем ты на это согласился? Я думаю, кто смотрел «Карточный домик», тот знает, о чем. Мы про второй сезон, про 10-ю или 11-ю серию. 9, 10, 11, да. В этом районе. Короче, сейчас будем смотреть либо 11-ю, либо 12-ю, следующую. И прям мне аж страшно, что там будет дальше вообще. Какой ад творится там. Давайте, друзья, увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш детский канал. Даже, знаете, я сейчас так скажу, как бы, если даже как бы вам детский контент не интересен, но вы хотите нас поддержать, то можете подписаться, потому что это немножко ускорит процесс создания как бы партнерских отношений с YouTube. Вот, именно с этим каналом. Вот, но как бы это так, просто просьба. Если есть если желание. Если да, если нет, вообще не проблема. Подписывайтесь на этот канал уж по-любому, если вы хотите не пропустить завтрашний влог. И на Инстаграм, там фоточки выкладываем всяческие, прикольненькие. Кстати, очень-очень здорово получается. Сегодня Алиска классную фотку выложила, обязательно зайдите, посмотрите. С книжкой. Да, книжка там участвует. И вкусняшечка. Будем делать банановый. Батончик. Увидимся с вами завтра. Покедо! Привет, Алиса, привет, Майк, привет, подписчики CanvasMan. Вам Алиса и Майк желаю приобрести крутую квартиру. Ждем оттуда вскоре влоги. Желаю вам побывать во всех странах, которых вы хотите. Вам привет из Краматорска, юго-восток Украины. Хочу, чтобы у вас поскорее набралось хотя бы 100 тысяч подписчиков. Всем удачи, всем покедо! Hi, my name is Michael. I watch the Fight Club and many different pictures. You have ever seen nice ever? Perhaps twice and here as Hudson Beaches. As Hudson Beaches.